Миасс – это лучший городской округ. Такое звание официально присуждено городу. В смотре конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления» в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения наш город вышел в лидеры. Благодаря чему Миасс был удостоен такого высокого звания, расскажем далее. Миассцы могут чувствовать себя в безопасности, ведь на страже их спокойствия стоят квалифицированные работники ГУЧС, а в запасе имеется вся необходимая техника. Мы один из немногих, если не единственный город, который укомплектован практически полностью спасательной техникой. Я имею в виду теми средствами, которые позволяют добраться до места предупреждения чрезвычайной ситуации, провести спасательную операцию. В конце 2013 года нам был передан автомобиль «Уралвахта», на базе которой разворачивается подвижный пункт управления, за что огромная благодарность исполняющей обязанности главы администрации Третьякова Станислава Валерьевича, а также был приобретен снегоход, который позволяет в зимнее время при наличии снежного покрова добраться до места, предполагаем чрезвычайную ситуацию, ну и провести какие-то спасательные мероприятия. Кроме того, Миасская единая дежурно-диспетчерская служба считается одной из лучших во всей области по показателям и уровню оснащения. Все эти мероприятия стали возможны благодаря активной поддержке главы округа, на чье имя и пришла награда. Я всех благодарю за работу, потому что очень много добрых слов от Игоря Александровича Мурога, от его службы пришлось в этом. Пришлось. Приятно было услышать. У меня все, спасибо.